Всем привет, друзья! Я таки набрал 1000 подписчиков. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это мотивирует делать видосы чаще, развивать свой канал, придумывать что-то новое. Теперь к ПВшке. Наконец-то сделал папуху Ганнеру. В итоге она выглядит вот так. Выпала мне со второй крутки. Думаю, дальше я трогать до 30 па не буду. С этим набором я уже поупожился на стримах. Вчерашний, правда, из-за музыки меня заблочили. Но вроде как успешно даже поупешился. Правда, к дамагу все не привыкну. Слишком он разный у всех и по всем. Это немного триггерит. Закончился марафон, пришли карты на сайт. Завтра уже можно будет перевести их в игру. Неплохо чар бустанется, надо потихоньку только прокачивать их будет. Запу и БД, плюс скоро 10-я ясность. Если буду находить кач на ДЗ. Также надо будет ждать апа цен, бронз, голда. Для удачной барышки и крафта 30 по опушке. А Mail.ru все время завозит долбанные акции, в результате которой цена на голд снова падает. Задолбал уже. Ну, судя по моим подсчетам, может быть не особо верным, мне должно хватить с полпродажи голд и бронз на 30 по опушку. Осталось вот только затерпеть и не слиться в пустоту. Наконец-то сделал мудреца, купил за 5 кк фрагмент луны. Но лучше уж так, чем париться с этим. Искать тех, кому нужно. Правда, вот открыть ячейки оказалось сложнее. Две открыл, а вот костик мечом какой-то сложный. Даже в позапуху мне долбит по 2000 с моих 16 в бафе. Да и 15 как и ганнером пробивать такое себе. Вот же дисбаланс-то у нас в ПВшке на начальных этапах игры. А шотер какой-нибудь типа синчика спокойно на макросе убьет. Грустно. Кому интересно, как ганнер в ПВП, скоро сделаю ролик. Правда, вероятно, обрезанный со стрима, ибо я не фрапсил, а может быть поищу еще ПВП в дальнейшем. Правда, пока нет возможности часто тратить около 6 кк за 3 часа. Поэтому, думаю, стримы ПВПшные будут не особо часто. Может быть, буду делать уже видос после 30 по опушке, ибо что-то все же не особо мне хватает урона адекватно пробивать чаров. Непривычный дабл соски, плохая возможность их сбивать. Тут же лучник из-за бафа на огонек может сбивать с скиллами и магические сразу. Стрелок же нет. Вынужден либо терять таблетку даймонку и взять стихийную для этого, либо терпеть свой единственный дизейбл на 3 секунды и пытаться пробить, поймав без сосок. В этом мид, конечно, помогает неплохо, но адекватный мид мухи я еще не сделал. Касательно других мух, по дешевке урвал стронг фейку и инткон. Думаю, для роуфа мне этого вполне хватит. Декспи я буду делать хотя бы 81+. Ибо мне кажется, что без меда ганнер не особо-таки сильный. Физпрокаст часто мисует, да и как-то вне конкуренции с мидом. Даже через физдебаф верного и силовую грязь, мид будет посильнее. Большинство также на офе делают физовые бижи, возможности делать другие под свап есть не у всех. Макс-скиллы же, как я понял, у ганнера не мисуют, ну, по крайней мере, я ни разу не мисанул еще. Это дает некую уверенность в юзе этого билда. Ну а по интам все так же придерживаюсь мысли силовой, ибо медовать винтовика на новых версиях с пассивками бесполезно. Надеюсь, мудрецом и открытием шестой ячейки станет попроще. Поупешить, ап на урон, сделаю 30 папуху, которую неплохо должна забустить. Думаю, плюс 7 спокойно ее точну. Также есть красный глаз, ЗЗ, второй, думаю, докуплю. Не знаю, втрачиваться ли в 70 папушку по мобам или нет. Если честно, очень лень этим париться. Да еще и плюс 8 переносить дороговато. Не говоря уже о фулл-походах в Мираж. Что касается марафона за монеты, не знаю, что тянуть. 80 монет лежит на сайте, вероятно, гляну августовские, и после уже буду что-то тратить. А может, солью на ресы 30 по опушке. И мне кажется, это самый сильный буст, который я могу завести своему чару. Если у вас есть какие-либо мысли по этому поводу, или советы по развитию чарика, пишите в комментарии. За отдельные буду очень благодарен. Подписывайтесь на канал, группу ВК, если контент вам заходит. Думаю, такие видосы будут частенько на моем канале. Также планирую в скором времени сделать видос конкретно по Ворону. Конкретнее о чем уже в самом видосе. На этом у меня все. Всех благ, друзья. Благодарю за просмотр. Пока-пока.